Путешествие товарным зайцем. В интернете появилось видео, на котором двое молодых людей запрыгивают в вагоны товарных поездов. На головах у безбилетников камеры GoPro. Видео выложено в сеть под названием «Трейнхоп Рыбинск Ярославль». Трейнхопом в субкультуре называется катание на открытых площадках или в подвагонном пространстве товарных поездов. На канале путешественников есть аналогичные записи из разных регионов, но не исключено, что данное видео заинтересует ярославскую полицию.